преддверии Нового года представители партии «Единая Россия» поздравили ветеранов с наступающим Новым годом и Рождеством. На этот раз подарок вручил Дмитрий Нечаев, депутат Тверской городской думы. На месте побывала и наша съемочная группа. Здравствуйте, Сергеевич, можно к вам? Акция «С Новым годом, ветеран» реализуется в Твери не первый год. В рамках данной акции депутаты, сторонники и члены партии «Единая Россия» дарят подарочные наборы ветеранам Великой Отечественной войны и поздравляют с наступающими новогодними праздниками. Это вам хороший подарочек такой к Новому году, чайку попить. Вот, с Новым годом вас тоже одновременно. Депутат Тверской городской думы Дмитрий Нечаев поздравил ветерана Юрия Угрюмова не только с наступающим Новым годом, но и с днем рождения. Юрию Яковлевичу исполнилось 96 лет. Он отмечает, что самые запоминающиеся моменты жизни связаны с войной, а точнее с победой над немецко-фашистскими врагами. Все были уверены, что мы победим, да? Вот мне лично два раза приходило чувство, а сможем ли мы победить? Это вот когда немцы подходили к Москве, вот такое вот чувство было. И второй раз, вот когда к Ленинграду, к Сталинграду подходили, вот возникало чувство, что... Тревоги такой. Тревоги, да. Ветеранам к празднику были переданы продуктовые наборы, сладости и фрукты от «Единой России».